сейчас поверните налево. На следующем повороте поверните налево. But there's a завода и палатка и какой-то домик заканчивается. Скрылся. Нам надо магазинчик быть. Это надо вот до этой заправки потираться. Там ну, да, что-то продавалось, типа. Ну там, наверное, да, наша гостиница. Да. Это она? Наверное, да. Через 250 метров покиньте круговое движение. Через 200 метров въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя первый съезд. Въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя первый съезд. Поверните направо, затем поверните налево. Это французский. Французский? Он выглядит как русский флаг, только красный вверху, в середине белый. Используйте второй поворот налево, затем прибудете в конечный пункт. Сейчас поверните налево на улицу, заданную в качестве пункта назначения. Вы прибыли к пункту назначения. Пункт назначения находится на левой стороне вот, улицы. Модуль. Да, не сидит на месте.